Более 7 тысяч пасхальных подарков по всей стране раздадут волонтеры благотворительного фонда Рената Усатова. В Бельцах их получат около 1500 ребят из детских домов и социальных центров, инвалидов и стариков, ветеранов. Каждый год вы знаете, что фонд Рената Усатова и лично Ренат Усатый поздравляет детишек, инвалидов, пенсионеров, ветеранов войны подарками. Всего по стране мы сегодня раздадим больше 7 тысяч подарков. В Бельцах раздадим сегодня 1500 подарков. Целый день будем раздавать. Никого из инвалидов, ветеранов, детей не оставим без внимания. В четверг волонтеры благотворительного фонда и муниципальные советники приехали к тем, кого опекают и для кого они стали за эти годы близкими и родными. Сиротам и ребятам с ограниченными возможностями здоровья и оставшихся без попечения родителей детям. Им привезли сладости и куличи, символ светлого пасхального воскресенья. Суфлите тут урок, и не френды, в этом сочали дивизион, де апартененцы. А с весной традиционал на зоне пастырь, как мы им плача, вот и у себе то плачели сарябытку и посвящать Пасху делам благотворительности – давняя традиция. Древние христиане в великий праздник совершали дела благочестия и милости. Подражая Господу, цари отпирали в пасхальные дни темницы и прощали узников. Простые христиане в эти дни помогали нищим, сиротам и убогим.